Этот фильм о тяжелой жизни советского мужика, у которого целая куча работы, квартира в Ленинграде, жена, любовница и сосед-слесарь. Попробуй везде успеть, все сделать и всем пообещать сделать еще больше. Но в фильме есть и положительные герои. Это сосед переводчика Бузыкина по квартире и профессор-славист из Дании. В общем, фильм режиссера Данелии о тяжелой жизни в советском Ленинграде. «Глаза на мир» нам открывает сосед переводчика Бузыкина, которого играет Олег Басилашвили, слесарь Харитонов, роль которого мастерски исполняет в фильме Евгений Леонов. Грибные леса служат для того, чтобы собирать грибы. Тишина – это место для отдыха, а если смешать водку с портвейном, то получится коктейль. Заграничный профессор одинаково учится и у Бузыкина, и у Харитонова, чтобы привести в Западную Данию наиболее полное представление о советском образе жизни в 1979 году.